Всем привет! Сегодня 24 июля. Снова потоп, ливень, наводнение. В общем, этот дождь уже просто надоел. На 10 минут выглядывало солнце, и я, обрадовавшись, повесила на улице белье досыхать. Сейчас оно у меня, конечно, высохнет. Так высохнет, что придется уже несколько дней его досушивать. В общем, зря я это сделала. Так, для хорошего настроения будем печь пирог. До начала дождя побежала, собрала абрикосики. Абрикосы очень вкусные, крупные, сладкие, но вид у них такой. Я тоже думаю, что это, наверное, от дождей, что они потрескались, полопались. И такой вот с небольшой гнильцой на боках некоторые абрикосики. Помидорок несколько сорвала. Есть пару бананчиков в хозяйстве. Можно, в общем, придумать, я думаю, из абрикосов бананчик добавить, какой-нибудь вкусный пирог. Придумать самой, без поисков рецептов. В общем, беру 3 куриных яйца, сметану. Сметаны у меня маловато. Поэтому беру еще и кефирчик, муку, соду с уксусом и ванилин. И сейчас сделаю на глаз такое густоватенькое тесто. Все ингредиенты, вышеперечисленные, забросила в блендер. Сейчас буду взбивать тесто. Забыла, ничего страшного, вовремя вспомнила. В наше тесто добавляем сахар или фруктозу. Люблю я, чтобы было не слишком сладко. Добавляем по вкусу. Абрикосы разделила на две половиночки, удалила косточки. Бананчик нарезала крупными кружочками. Когда начала все это готовить, включила духовку на час на 180 градусов, и она у меня греется. Тесто сделала консистенции густой сметаны. Вылила его в смазанную подсолнечным маслом форму. Начинаю выкладывать абрикосы половиночками кверху. Выложила абрикосики половинки и кружочки банана. Фруктов у меня получается в моем пироге много. Тем временем уже минут 20 прошло, как греется духовка. Ставлю на оставшееся время свой пирог, придуманный на ходу, в духовку. Поставив пирог в духовку, подумала, что там же у меня еще есть место, можно еще что-то поставить. И быстренько сделала баклажановую пиццу. Я этот рецепт рассказывала, это известный рецепт. Она у меня идет название видео «Пицца из кабачка». Сейчас я быстренько сделала из баклажанчика. Можно делать из кабачка, баклажана, патиссона. И тоже сейчас пойдет она у меня в духовку. Готовый пирог выглядит неплохо. Немножечко я его передержала, но я люблю, чтобы пропеклось хорошо, а чтобы не было сырого теста. Выглядит неплохо, от краев отходит легко. Баклажанная пицца выглядит еще лучше. По виду пирог ароматный, симпатичный, по вкусу сочный. Чувствуется кислинка абрикоса, чувствуется банан. В общем, такого бурного восторга я выразить не могу, что прям объедение. Но вполне достойный пирог для быстрого приготовления к чаю, к неожиданным гостям. Так что рекомендую. Всем пока!